Всем салют, Red Hair тут. Ну что, ребятки, мы с вами продолжаем выживать на самом хардкорном сервере, по моему мнению, сервере недвижимом. Давайте приступать, приятного просмотра. Сезон 5, серия 2. Итак, в предыдущей серии мы с вами нашли топор, а это значит... Так, стоп. Это значит, что мы можем попробовать поймать рыбку и разделать ее топором. Я не придумал ничего лучше, как вернуться в эту деревеньку и попробовать порыбалить здесь. Будем надеяться, недолго будет рыбалка. Так, и что у нас там? Оп, отлично, скумбрия у нас есть. А давайте, наверное, сразу попробуем разделать ее топором, можно или нельзя, зря или не зря. Отлично, топориком можно разделывать рыбу, вот это хорошо. Правда, конечно, топор у нас в очень хреновом состоянии, но я надеюсь, что на рыбку хватит. Отлично, получилось, конечно, очень мало скумбрий, но я думаю, нам этого хватит, чтобы хоть чуть-чуть прокормиться. У нас тут вот есть курица, сейчас рыбки наловим. Мы с вами немножечко промокли, хотя я не знаю, почему я вроде не окунался, но, наверное, потому что я очень близко в море стою, или, может быть, наступил случайно. Давайте сейчас быстренько наши вещи отожмем, чтобы не так сильно замерзать, потому что мы аж на две полоски вниз херачим, ни хера себе. Так, давай, Диман, быстрее, 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 быстрее отжимай их. Так, все, штаны влажные. Перчатки, к сожалению, отжать нельзя, поэтому их просто-напросто снимем. Так, ботинки пока скинем. Может быть, без них будет теплее. Снимаем. Что у нас еще мокрое есть? Шапка тоже. Может быть, хотя бы без этих вещей мы с вами будем согреваться. Хотя осень, вряд ли мы будем без вещей вообще согреваться. Но сейчас мы быстренько выжмем пальто. У нас уже будет парочка более-менее таких суховатых шмоток. Индикатор промокаемости пропал. Отлично. Так, пальтишко выжили. О, нихера себе, мы его выжили вообще в ноль. Вот это, да, вот это сила рук. Штаны мокрые. Градусник, давай грейся. Походу, все-таки без ботинок он согреваться не хочет. Голые ноги. Нам бы хоть носочки какие-нибудь. Так, а кепку... Да, и кепку можно выжать. Отлично, значит, выжимаем ее. Давай, Диман, согревайся. Так, опять индикатор намокает. Но это потому, что мы кепку в руках мокрую держим. Так, отжали ее. Отлично. А почему я опять промокаю? Может, то, что я близко к воде нахожусь? Типа, волны бьются о берег, и брызги какие-то идут. Дождя-то нету. Чё за хрень такая, я не понимаю. Давайте сейчас куда-нибудь в елку отойдем, что ли, подальше от берега, чтобы нас морской прибой, так сказать, не ласкал. Мы сейчас здесь быстренько отожмемся. Куртка опять мокрая. Чё за хрень? Так, влажная. Ага. Штаны промокли насквозь. Чё за... Ботинки насквозь промокли. Ну, ботинки мы и не отжимали. Шапка промокла. Какого хера тут происходит, а? Давай, 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 Диман, быстрее отжимай. А то ведь еще и с холодрыги окочуримся. Вот это будет, конечно, номер. Так, штаны влажные. Бушлат влажный. Давайте кепочку быстренько сейчас отожмем. Жалко, перчатки нельзя отжать. Хоть бы еще и руки наши были в тепле. Так-то, конечно, при особом желании можно и кроссовки отжать. Мокрое. Почему оно опять стало мокрое? Может быть, то, что я над ним выжимал вещи? Но я уж не думаю, что настолько все реализовано в Дейзи. Так, влажное. Штаны мокрые стало. Кепка мокрая. Какой? Чё происходит? Я не понимаю. Дождя же нету. Чё за творится такое? У меня даже костер, блин, развести нечем, чтобы согреться. Влажная, влажная. Влажная, влажная. Блин, кепка мокрая. Но мы же отжимали ее. Что-то какие-то баги, что ли. Что, интересно, только забаговалось, я не пойму. Может, вещь теперь пока не высушишь, она так и будет... Мокрая стала все. Какого хера? Что происходит? Блин. И что делать? Топор Badly Damage, может быть, я смогу срубить одно поленце и с него добыть коры и уже там растопить как-то. Блин, ну топор Badly Damage, он вообще может после первого же удара сломаться. Черт, а. Фух, топор молодец, не подвел нас. Мы срубили поленце и смогли добыть с него коры. Я уже замерз просто в ноль. Это просто какая-то одища. Я хрен его знает, почему у меня вещи промокают просто на убой. Я уже начал терять хп. Так, дверку закроем или хер с ним. Давайте скорее разводить костер, потому что что-то я замерзаю. Твою мать, у меня даже лекарств нет от этого. Мне нужен тетрациклин, если мы с вами заболеем капитально. Так, давай, 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 быстрее. Бумажку суй.
в камин в этот сраный. Давай, где? Будь здоров, Димка, пожалуйста, не болей. Господи, а. Перчатки одень. Так, набор для костра, набор для разведения костра. Давай, 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 быстрее, пожалуйста. Если мы сейчас заболеем, это все, это хана. Это придется обратно в Светлоярск бежать, чтобы... Будь здоров, чтобы согреться, чтобы найти лекарство. Блин, а. Сходил, твою мать, на рыбалку называется, а. Так, все, давай. Блин, давай, разгорайся, пожалуйста. Я тут, кстати, грибочек нашел по пути. У меня уже ХП уходит вниз, Димка чихает. Жесть, а, просто жесть. Давай, быстрее, костер, разгорайся, согреваем Димку, ну, пожалуйста. Блин, вот если сейчас мы еще сдохнем от переохлаждения, это будет вообще просто, блин, фиаско. На зиме выживали, а пришли на осень, замерзли и померли. Я что-то не понимаю, вообще меня этот камин сраный вообще ни в какой области не согревает. Я уже все вещи мокрые с себя скинул, чтобы они возле сохли. Вещи, главное, сохнут. А, ага, вот пошло вверх на пару полосок, но это потому, что я, скорее всего, бушлат одел, а не потому, что этот сраный камин работает. Чё за херня, у меня уже все вещи высохли, и я только-только начал согреваться. Жесть, а. Какая-то вообще дичь просто творится. Просто какая-то дичь. Сходил, блин, на рыбалку, чуть-чуть намочился, и все. И просто все, просто ужас какой-то. Ой, жесть, конечно. Ладно, хоть рыбёху поймали. Блин, что-то еда не сохнет ни хера. Может, потому что оно все мокрое? Давайте сейчас все, что у нас мокрое, скинем на пол. Пусть оно все это дело высохнет. Ну и еду, что ли, давайте скинем на пол. Червяки у нас уже сгнили. Каннабис у нас мокрый. Что еще мокренькое есть? Так, ну вроде больше мокрого ничего нет. И мы ни от чего промокнуть уже не должны. Так, слава богу, мы согрелись. Слава богу, мы больше не теряем хп, не чихаем. Так, все вроде высохло. Давайте все складывать обратно. Блин, ну конечно, жестко, жестко. Я уже думал и не вспомню, что такое холода, но нет. Так как на серверах осень, про температуру тела тоже приходится не забывать. И это здорово. Пересидел, короче, я в домике у камина настолько, что аж заночевал там. Наступает рассвет, мы с вами сейчас вроде бы даже на улице не промокаем. Я надеюсь, эта хрень больше с нами не случится. И говорят, что ночью рыбалка — это... более профитное дело. Кстати, заодно проверим, сможем мы на гнилой червяк поймать рыбу или нет. Мне кажется, рыбе похер, чё жрать. Но это мне так кажется, а как оно на самом деле, сейчас все это мы с вами дело и проверим. Ну и, как известно из старинных легенд каких-то рыбаков, ночью жору рыбы должен быть что надо. Поэтому я думаю, улов у нас будет хорош. Ну, как сказать, и положительное, и отрицательное. Рыбка на гнилой червяк, конечно, клюнула, но, к сожалению, упало всего лишь две рыбины. Упало двое пар ненужных мне сапогов и всего лишь две рыбки. Кстати говоря, вы в своих комментариях мне написали, что рыбу можно разорвать руками. Давайте снимем перчатки, чтобы они не намокли, и попробуем это сделать. Я об этом не знал, потому что у меня... Да, слушайте, можно разорвать рыбу, здорово. Я об этом не знал, потому что всегда, когда я ходил на рыбалку, у меня обычно был какой-то предмет, которым я рыбу разделывал. Так, и получилось... Слушайте, получилось даже больше, чем при разделке топором плохого качества. Ну, прям это профит. Руки только надо будет не забыть обязательно помыть. Перед тем, как одевать перчатки. Так, а тут 25%. Слушайте, здесь еще больше. Видимо, то, что навык, или может так рука легла. 25, 14, 11. Слушайте, мы в сумме получили 50% от одного куска. С 5 попыток поймать рыбки мы с вами получили с минимальным навыком, грубо говоря, половину рыбы и плюс 2 пары никому не нужных ботинок в херовом состоянии. Давайте будем мыть ручки и потихонечку отсюда сваливать. Пока не пошел дождь, пока не пошло все это вот, что нас мочило. Пойдем мы с вами, наверное, по стандартному маршруту, который я использую, когда оказываюсь в этих местах. То есть сначала мы с вами забежим в небольшой пионерский лагерь, который находится выше. Я никак не могу запомнить его название, к сожалению.
Посмотрим, что нас ждет там. Но почему-то у меня такое чувство, что лут там будет не ахти, ибо сколько раз мы туда не заходили, ничего толкового там, кроме мутантов каких-то левых, мы не находили. Но не проверить, опять же, это будет ошибкой. А вдруг в этот раз там что-то есть? Ну, а дальше уже побежим по северным деревенькам в сторону Новодмитровска, наверное. Вот какой-то такой у нас сейчас план действий. Так, а вот и этот пионерский лагерь, который находится на берегу. Я так понимаю, то, что здесь синий туман, говорит о том, что здесь сейчас зона холода. Ну и это логично, так как осень все-таки. И если бы тут у нас согревало, это было бы бустом таким персонажа. То есть он мог промокнуть, замерзнуть, зайти в теплую зону и согреться. А здесь сейчас тоже дубак. Поэтому согреться не получится. К сожалению, не могу я на картонах туда ходить, потому что при ходьбе на корточках выносливость улетает в ноль просто моментально. И, соответственно, количество трачиваемых калорий на передвижение тоже тратится просто с ужасной скоростью. А так как у нас с вами с едой сейчас небольшие проблемы, я особо не хочу шифтовать. Да, конечно, ходишь, как будто в штаны насрал, но зато ты не тратишь калории. Блин, температура аж на 3 полоски вниз идет, нихера себе, а что здесь зона прям повышенная, что ли? Холода. Я думал, здесь будет просто прохладненько. Так, пока что никого не видно. Ну, я имею в виду зомбарей. Люди тут вряд ли будут. Хотя, почему нет? Это же все-таки пионерский лагерь. Но пока что очень тихо. Давай, лагерь, пожалуйста. Мне нужен какой-нибудь, я не знаю, нож, спички, что-нибудь, что есть у пионеров. Ружье какое-нибудь. Книжки какие-нибудь интересные. С голыми то есть это по разведению там костра и прочими такими пионерскими фишками. Так, надо немножечко ускоряться, будем так прям смело топать в полный рост. Может быть, никого здесь и нету, а мы тут зазря мерзнем, последние сопли морозим. Только от этого всего отошли, и сейчас опять, короче, в ноль мы с вами замерзнем, жесть. Что за херня, почему здесь нет лута? Сейчас, короче, если мы с вами ничего здесь не найдем, я больше в этот пионерский лагерь не буду ходить. Ну, потому что, ну, правда, ну, сколько бы раз мы сюда не приходили, ничего здесь никогда не было. Это, наверное, все-таки знак, Дима. Пора понять, что нехер тут делать. Ну да, так и есть, короче. Больше мы сюда ходить не будем. Опа, а вот и зомбарь. Вот об этом я и говорил. Ладно, давайте обойдем. Мы люди не гордые. Так, все, у нас градусник уже стал пустым, синим. Жесть, мы сейчас... А, мы уже теряем ХП. Охереть, сходили в пионерский лагерь. Давай, Диман, выбирайся отсюда. Сейчас что неудобно стало, не пишет, когда ты находишься в зоне холода и в зоне, когда ты из нее уже вышел. Но это, конечно, реалистично, как бы, откуда ты будешь это знать? Никто тебе это говорить не будет. Сам определяй. Мерзнешь, значит, ты в зоне холода. Согреваешься, значит, ты в зоне тепла. Ну, насколько я понял, мы с вами из зоны холода вышли. Осталось только немножечко согреться и не заболеть. Будет, конечно, очень обидно, если мы с вами заболеем в такой ситуации, когда, блин, мокрые из последних сил выжили, а сейчас в пионерском лагере заболеешь. Кстати говоря, а есть ли разница в том, где хранится рыба? То есть в марлине или в вещах? Ну, чтобы оно быстрее высохло и быстрее это дело можно было съесть. Я вот этого не знаю. Ух ты! Ты, это же ебать-колотить сковорода. Так, а в ней, чтобы пожарить, что нам, жир нужен, да? Просто так мясо у нас здесь, наверное, сгорит. Офигеть, сковорода, это хорошо. В принципе, уже можно будет поплавить свинец. Так, она даже и повыгоднее слоты получает. Да, она занимает 12, а в ней помещается 16 слотов. Я очень надеюсь, что из нее ничего пропадать не будет. Никуда ее повесить нельзя, к сожалению. Я, короче, решил изменить своему обычному маршруту. То есть я иду через эту вот деревеньку, лутаю ее, смотрю, есть там что, нет там что. Но в этот раз я решил ее обойти. Вот забежал тут буквально в пару сараев. Нашел, к сожалению, только сковороду и вот эту вот теплую вязаную шапку, которая поврежденная, но хоть чуть-чуть будет Димке ушки согревать. Решил взять ее. Не знаю, какие-то у меня тревожные мысли были по поводу этой северной деревеньки, и я решил, ну ее нахер, обойду. Интуиции, как говорится, нужно доверять. Поэтому сразу пилим в сторону Новодмитровска, пытаемся там залутаться как следует, не сдохнуть, и, быть может,
после Новодмитровска отправимся к какой-нибудь из близлежащих группировок. Да, обошел деревеньку. Блин, а... Чё за фигня? Я с голодухи помираю, в жесть. Так, ладно, давай топор, не подведи, пожалуйста. Ты мне нужен на два раза. Я тебя очень прошу, не сломайся. Да не то ты сделал. А, можно кору срезать. Так, отлично. О, офигеть, ты еще и не сломался. Так, палку мы сможем сделать, если что, и просто руками. Давай, давай, топорик родимый, держись. Нихера себе, топор молодец какой. Даже еще не сломался. Так, нам нужен какой-нибудь длинный куст, потому что надо жарить все это мясо. Потому что, ну, я до Новодмитровска не добегу. Я почему-то думал, что он уже здесь за поворотом. А тут же у нас еще деревеньки, и до Новодмитровска довольно-таки далеко. Поэтому нужно сейчас заняться приготовлением пищи, иначе мы с вами до туда уже добежим просто ходячими мертвецами, так сказать. Почему я не могу разжечь костер? Что за херня? Главное, Мишка появляется только в какие-то там прогалики. Вот если встать прямо на него, я могу разжечь, но я же тогда нахер сгорю. Чё за... Да какого хрена, а? Ну дайте мне развести костер. Так, чё у меня там по пище? Еще ничего не высохло. Грибочек хочет что ли съесть? Ну что за непруха такая, а? Ну вот я сейчас буду разводить костер сверху, ну я же сгорю нахер. Вот тут появляется в какой-то момент. Блин, может быть, криво стоит он где-то, а? Вот давай вот здесь попробуем. Здесь все достаточно ровная поверхность, что ли. Да что за херня? Ладно, что, давайте попробуем сверху его разжечь. Диман, ну если ты сгоришь, это будет вообще просто хана. Так, слава богу, я хоть не помер. Урон мы, конечно, получили, но все же это копейки по сравнению с тем, что бывало с нами раньше. Сейчас костер разгорится, буду бегом жарить наше мясо. Я надеюсь, сюда никто сейчас не прибежит ни на запах, ни на дым, ни на что. Фу, хорошо, хоть зажарить можно. Некогда ждать, короче, давайте, у нас тут уже один кусок остался ниже 60 градусов, давайте быстренько его захаваем. Я очень надеюсь, что у нас яблочко поднимется хотя бы до желтого, хотя бы временно. Блин, я уже перегреваюсь совсем. Отлично, пожалуйста, давай хп вверх. Ой, я надеюсь, что всей этой моей еды мне хватит, чтобы добежать до какого-нибудь поселка, набрать там еще еды и просто-напросто кони не двинуть, а? У нас же, по идее, еда на земле тоже должна остывать. Или она будет остывать только в штанах у меня? Так, 64,5. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 64, пускай на земле она полежит. Сейчас пока пожарим как раз. Там уже посмотрим, остывает она или нет. Блин, опять пошел дождь. Ну какого хрена? Жесть просто. Блин, у меня топор уже просто на последнем издыхании. Нужно прям бегом бежать в деревню, искать что-то либо непромокаемое, либо что-то режущее, чтобы добывать себе рожек, либо какие-то спички. Блин, нужно искать хоть что-нибудь. Это просто какая-то жесть. Сначала неплохое. Мы с вами находим коробку патронов и лопату в хорошем состоянии. Да, это, конечно, не спички, не еда, но все же это хоть какой-то ценный лут. Правда, патроны не подходят под наш калибр, но все равно пачку патронов в нормальном состоянии найти — это удача. Я, короче, для себя решил, что сейчас я аккуратничать не буду, потому что я сейчас сдохну либо от холода, либо от голода, если буду на корчиках аккуратно лутать каждое здание. Лучше попробуем по старинке закрывать зомбарей в домах, если будем встречать их. Конечно, двери сейчас потихонечку будем открывать, в надежде, что никого мы не согреем, но передвигаться мы с вами будем в полный рост с гордо поднятой головой. Мне сейчас просто жизненно необходимо найти покушать. Кстати говоря, слышу курицу, можно будет попробовать ее найти, разделать и употребить, заодно нас она немножко согреет. Мне нужно найти либо какое-то огниво
спички, зажигалку. Либо мне нужно найти какой-нибудь нож, с помощью которого я смогу снимать кору с деревьев, делать дрели эти, лучковые или как они там называются, чтобы с помощью них разводить костер. Но пока что мы с вами нашли только лопату. Лопатой, конечно, тоже, в принципе, можно выбить искру. Так, кстати, как называется этот поселок? Доброе. Вон там уже ходят зомбари. Но в той стороне домов-то нету. Нет, там есть один дом, трактир, но туда больно далеко бежать. Пойдем уже вглубь деревеньки. Ой. Это нехорошо, конечно, но мы его закроем здесь в доме. Я надеюсь, он будет здесь один. Дядя, заходи, 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 заходи. Так, закрывай. Отлично. Дяденьку закрыли, дяденька пусть сидит в доме. Так, фрукты. Может быть, фрукты нам какие-то попадутся? Ни хрена нет. Че это он орет? Так, слышно хорошо? Твою мать, какого хера, как ты выбрался? Ты че, дурак, что ли? Или ты еще один? Так, кастет золотой, отлично, пригодится. Когда пойдем к картелю торговать, сможем им кастет этот сдать. Он у них идет за счет репутации. Так, ладно. Давайте будем дяденьку закрывать. Может быть, здесь ему с кроваткой больше понравится? Мне все-таки, мне кажется, что это еще один зомбарь. Давай, давай, давай. Заходи, 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 заходи. Давай, аккуратно. Давай, 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 закрывай, закрывай. Так, ну все, дверь точно закрыли. Но мне почему-то кажется, что это просто еще один зомбарь прибежал, и все. Так, дождь не утихает ни на секунду. Мы с вами пока что ничего не нашли, что поможет нам справиться с этой, так сказать, ситуацией. Но сейчас, что хорошо, сейчас мы видим, что идет дождь, и знаем, почему мокнем. А почему вот мы с вами мокли около берега, когда рыбачили, я так ни хера и не понял. То ли что-то забаговалось, то ли такая система, что теперь пока ты... Так, спиннинг. Пока ты не высушишь, ты будешь мокнуть. У нас они, в принципе, в одинаковом состоянии. Но моим-то уже рыбалили, а этим нет. Поэтому возьмем его. Вот вроде бы, что там, 5 раз попытались половить рыбку, но все равно уже спиннинг-то поношенный. А этот, нетронутый, муха на нем, так сказать, не сидела. Блин, ну, топорик, что ли, дайте мне запасной. Я бы этот топор уже в ноль уработал, чтобы... коры себе наделать. Блин, ну яблок вообще не попадается. Фруктов вообще нет. То ли заговор, то ли осенью стало их меньше. Хрен его знает, что случилось. Блин, а домов-то остается все меньше и меньше, а? И как-то подозрительно все дверки открыты. Ой, не к добру это, ой, не к добру. Мне на самом деле, правда, вот сейчас нужны какие-нибудь спички и какой-нибудь нож. Вот. Ну, консервочка. Просто вот такой банальный лут, которому я буду рад просто до жопы. Просто до жопы буду рад. И я его, к сожалению, не нахожу. Блин, просто вот такой вот простецкий стандартный лут мне нужен. Но, к сожалению, не везет. К сожалению, не везет. Но не будем отчаиваться. Еще есть пару домиков, есть куча деревьев с возможностью найти там фрукты. А вось в одном-то нам с вами... на что-нибудь, да и повезет. В тех, короче, верхних домах ни хрена я больше не нашел ценного и интересного. Но я услышал кое-какую интересную, скажем так, штуку, которую вы тоже скоро услышите. Здесь остались еще пара домишек. Который я хотел бы залутать. Плюс тут есть вокзал. Плюс тут есть сараи. Вот о чем я говорил. На меня вышла стая. Ну твою-то мать. Я... Ой-ой. Барана еще слышу. Я помираю с голоду. У меня... Блин, замерзаю. Так еще и волки ко мне пришли. Ну, еще не хватает какого-нибудь кемпера с СВД. Опа, сковородка еще одна. Так, надо брать, такое дело. Интересно, там большая стая? Так, отлично, мы с вами вместили. Плюс еще пару вещичек смогли, пару мест смогли, так сказать, сэкономить. Где эти псины поганые?
Может, на крыше она? А, вот она. Ага. Горцует как. Не как это называется, вон она скачет как через барьер. Интересно, ты что, тварь, делаешь, а? Пятку мне чуть не откусила. Сволочь эдакая. Это же после тебя прививки надо будет делать. Блин, интересно, она в дом поднимется? Я что-то как-то подозреваю, она здесь одна, что ли? Больше не видно просто собак, понимаете? Давай, давай, потихонечку, чтобы зомби не сагрились. Вот, вот здесь уже порожек не такой большой. Если ты через забор можешь прыгнуть, то ты и в коридорчик сможешь зайти, да? На всякий случай возьмем биту, чтобы, если уж она совсем будет агрессировать, пригреть ее. Хотя, конечно, толк от этого будет, наверное, как с козла или с барана этого молока он. Ну ты где? Барбос, идем. У меня косточка есть. То есть у меня реально косточка есть. Давай, давай, давай. Заходи, заходи, заходи. Блин, если это она, если это псина одна, то это просто подарок богов, а? Ну, давай. Давай, заходи. Вот я. Кидайся на меня. Давай, 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 давай. Слушайте, собака-то умная. Дрессированная, что ли? Ошейник у нее есть, не видно. Может, чей-то пес просто потерял хозяина? Может, надо, короче, в другой дом бежать, в сарай в этот, наверное. Не хочет псина заходить сюда. Попытаем счастье в сарае, наверное. Вдруг там проход поширше, и она сможет туда зайти. Потому что, ну, других вариантов я просто не вижу. Надеюсь, по пути мне зомбари не попадутся. Давай, 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 Диман, поднажми. Давай, 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 давай. Тут довольно-таки широкий проход. Так, курица там. Надо будет за ней обязательно вернуться, потому что это белая бройлерная порода. Так, лут, лут, лут. Есть ли тут какой-нибудь лут? Вроде не видно. Так, она не зашла. Давайте заднюю дверь проверим. Может быть, она будет открыта. Да, она открыта. Давайте сейчас ее быстренько запрем. Баран, кстати, где-то здесь прямо рядышком около нас орет. А вон он. Кстати говоря, может быть, его тоже можно будет топором разделать. Все это дело мы с вами проверим. Так, ну все, здание мы проверили. Лута нет. Как конура она будет хорошая. Давай, заходи. Барбос, заходи, ты будешь жить здесь. Так, 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 давай, давай, родимый. Идем поглубже. Так, 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 так. Давай, закрывай. Ой, я надеюсь, он не сможет выбраться. Так, курица. Иди сюда. Стой, я сказал. Да ты что? Ладно, нормально. Так, куру берем. Мне места, наверное, нет, чтобы ее складывать. Нихера собака там торчит сквозь этот. Надо ее разорвать, но прежде стоит одеть перчатки, потому что мы ручки измараем. Блин, дождина это идет, это просто жесть какая-то. Но мы сейчас с вами не мерзнем так жестко. Я что-то не понимаю, от чего это зависит. Наверное, то, что, может быть, я не насквозь промок, а? Так, ну косточки я по вашему совету тоже собираю, чтобы крафтить более убойные стрелы, но пока что у меня 5 костей, это всего лишь на 2 стрелы. Костей хрен наберешь, если честно, на стрелы. Так, где-то тут ходил барашек. Давайте его познакомим с нашим мистером Битой. Сколько, интересно, ударов тебе понадобится? Не вставайте, не вставайте, мистер Баран. Нихера себе. Так, топор. Стрел у тебя нету, Баран? Нет. Топор. Ну, блин, почему рыбу можно топором разделать, а барана нет? Вот это облом. Ну, там еще дом остался, надо там поискать нож. Ну, конечно. А ты говоришь, фруктов нет. Вот тебе, пожалуйста, одно яблоко на всю эту огромную деревню. Вон и зомби уже показалось. На все эти кучи деревьев. И то гнилое. Ну, спасибо, Дейс. Спасибо, что радеешь за меня. Спасибо, что поддерживаешь. Нож хорош. Ничего я здесь, короче, не нашел. Одни какие-то штаны вон спортивные валялись. И все. Блин, и что теперь делать? Я замерзаю, у меня мало еды, она еще никак ни хера не высохнет, как назло. Блин, до Новодмитровска прям прямиком бежать, зомбари вон тут еще стали ходить у меня на пути, но этого ладно, мы обойдем. Барана жалко, замочили зазря, просто разделать нечем. Все мокнет, дождь идет, мы замерзаем. Это просто какая-то жесть. Это прям выживание, так выживание, мы...
подыхаем от всего. Какого хера? Почему так жестко? Давайте, админы, что-нибудь подкрутите мне. Как обычно, вы любите писать в комментариях, что нам тут все подкручивают, все дают. А вот нихера. Сраный нож уже который день найти не могу. Жесть какая-то, а. Сейчас вот под навесом хоть постоим, подождем, пока дождь пройдет. Сейчас можно будет выжать все наши вещи. Мы здесь хотя бы под навесом промокать не будем. Да, мы здесь, конечно, отличная мишень, но зато мы хотя бы мерзнуть не будем. Блин, собака напугала. Блин, ну короче, девенька нам толком ни хренашеньки и не подарила, да? Но вещи и так у нас сами высохли, ботинки только мокрые. И перчатки. Перчатки выжить нельзя. Блин. Ну и что делать? Так. Стоп, а я же... Я же нашел лопату. Давай, согревайся. Может, без ботинка хоть постоим, согреемся. Да, вот он согревается, а если мы одеваем ботинки... Тоже норм. Хорошо. Я же нашел лопату. Я с помощью лопаты могу выкопать, во-первых, червячков. Во-вторых, с мизерным шансом я могу выкопать маленькие камни. А из них сделать нож. Слушайте, точно. Давайте вот так вот попробуем копать, стоя немножко под навесом. Так, здесь ничего нет. Хреново. Но давайте попробуем еще. Не хочется под дождем копать, потому что мы промокнем и замерзнем. А вот так под навесом. Дождь как раз косой идет, и мы здесь спрятались. Блин, и здесь ничего нет. Я надеюсь, хоть что-нибудь-то нам будет падать. Слизень выехал. Так, червяк. Хорошо. Но начало положено. Слушайте, точно, у меня появилась гениальная идея. Пока идет дождь, у нас же с вами есть семена томатов. Мы с вами можем сделать огород. Он его польет, у нас вырастут помидорки, мы с вами поедим. Их не надо готовить, они восстанавливают хоть какое-то количество калорий и гидрации единиц. Это же... Блин, это... вот почему я раньше до этого не додумал? Диман, как, почему? У нас, кстати, вон уже высохли и рыба, и курица, надо будет их съесть. Давай, сажай, давай, сажай. Лопата, кстати говоря, уже badly damaged. Я вот прям вспомнил на последних секундах то, что можно сделать огород. Плюс у нас тут Бобик посторожит его. Никто у нас семена эти не украдет. А мы с вами тем временем возвращаемся под навес. Все, у нас растет огород. Все замечательно. Мы с вами можем продолжить наши с вами раскопки. Пока что, к сожалению, мне не упало ни одного камешка. Но... А лопата уже стала в довольно-таки хреновеньком состоянии. Под навесом... Вот четко под навесом копать нельзя. А в сарае, интересно, можно? Нет, в сарае тоже нельзя. Я все... Хочу как-то от дождя избегать. Так, давайте здесь попробуем. Может, здесь камешки какие-нибудь есть? Блин, и тут тоже червячки. Ну ладно. Блин, дождик кончился. Взошло у нас, короче, всего 1, 2, 3, 4, 5, 6 получается саженцев. И 3 остались невостребованные. Лопата у меня, короче, в ноль ископана. Нашел я немножко себе... грибов, но в основном, конечно же, попадали червяки. Камня не упало ни одного. Я что думаю, сейчас под томаты нам нужно будет найти местечко. И каким образом нам это с вами место освободить. Я думаю, нам стоит выкинуть с вами обрез мосинки. Потому что у меня калибр, под этот калибр есть СВТ-шка. Поэтому нахер мне ее с собой таскать. И кобуру, я думаю, скину. Потому что у меня есть наплечная. Какой понт от этой. Ну и вот в освободившиеся места сложим всю ту помидорку, которую мы здесь сможем вырастить. Ну а потом уже со спокойной душой и сытым брюхом побежим с вами в сторону Новодмитровска. Так, а вот и наш с вами первый урожай. Я надеюсь, сейчас там будет не по одной помидорке падать. Да, по три, отлично. По три помидорки это хорошо. Это мы сейчас с вами помидоры наберем так, что мы даже... как следует откушаться сможем. Так, отлично. Два куста собрали. Третий тоже готов. Так. А где помидоры?
Так, чё за... Чё за хрень была с прошлой? Помидоры, почему там помидоры? Может, то, что на грядке я её собирал? Блин, три помидоры просрали. Какого хрена, спрашивается? Блин. Ну, жалко. Так, все, давайте с грядки слезем и будем с земли собирать. Так, все, последние три помидорки. Но я думаю, нам этого с вами с лихвой хватит, чтобы добежать до Новодмитровска и не сдохнуть с голода. Ну, короче, не зря мы с вами в деревеньку эту зашли все-таки. Нашли, конечно, не так много лута, но вкупе с тем, что мы смогли найти ранее, это позволило нам выжить. То есть мы с вами выжили. Мы сейчас уже не будем с вами помирать с голода. Мы сейчас будем худо-бедно сытые, худо-бедно отпитые. Вот правда, конечно, то, что дождь кончился, это нам просто безумно повезло. От этого мы никакой защиты не нашли. Но в целом, забежали мы в эту с вами деревеньку весьма и весьма удачненько. Опа, фрукт сухой. Хорошо. Стоило только уйти из деревеньки, нам сразу стали попадаться фрукты где-то в лесу. Что это значит, что в деревне кто-то все собрал? Все-таки фрукты-то, получается, бывают. Так, а шиповник? От шиповника бы я сейчас не отказался. Отлично. Я отъелся до белого яблока. Я даже еще не всю помидору свою съел. А уже у нас с вами, смотрите, яблочко стало белым. Блин, ну вообще круто. Все-таки хорошо, что я не сразу напрямую решил бежать в Новодмитровск, а решил забежать в эту деревеньку. Отъелись, отпились и теперь со спокойной душой продолжаем наше с вами путешествие. Хотя бы эта проблема на ближайшие пару минут у нас с вами осталась закрытой и решенной. Ура! Эх, какой же красивый вид отсюда открывается на этот огромнейший город. С кучей возможностей, с кучей лута, с кучей зомбарей и, я надеюсь, с не такой большой кучей выживших, которые сейчас там лутаются. Эх, столько возможностей я вижу перед собой, но и столько же вижу опасностей. Вон даже зомбари прорисовываются на таком огромном расстоянии, и это круто. Стою я здесь, смотрю на весь этот город, кушаю свои вкусные спелые помидорки. Еще даже не все съел, а уже добежал до Новодмитровска. Это хорошо, сейчас постоим, поточим, посмотрим, понаблюдаем, может быть, чего и вынюхаем. Нам с вами нужно найти какую-то долгоиграющую пищу по типу консервов. Нам нужно с вами найти какие-нибудь колющие, режущие предметы, с помощью которых мы с вами сможем разделывать рыбу, дичь, добывать себе дрова, огниво. Нам нужно найти парочку патронов, потому что как бы с одним патроном бегать не круто. Кстати, у нас уже борода выросла, пока мы до сюда добрались. Но... Первостепенной задачей для меня сейчас стала немножечко другая вещь. А какая именно? Смотрите, у меня стали очень в хреновом состоянии мои боты. И сейчас нам нужно срочно искать запасную обувь. Решил свой заход в Новодмитровск я начать с автосервиса, который находится в северной части города. Я не знаю, почему я решил, что это автосервис. Просто как-то, ну, там такие гаражи, и мне кажется, что тут ремонтировали авто, и поэтому я решил его назвать автосервис. Тут у нас будет парочка гаражей, сараев, в которых я надеюсь найти кое-какие-нибудь, блин, ботинки или, может быть... Швейный набор кожевника, чтобы ремонтировать свои драные тапки. Но вообще, я буду рад любому луту. Главное, зомбарей не наагрить, потому что здесь их закрывать-то не особо удобно. Хотелось, прежде чем кого-то закрывать, хотелось бы подлутать это места. Сарайчик пустой, давайте забежим в большой гараж. Ну, видите, тут стоят машинки, гаражи такие. И такое чувство, что это прям вот какой-то автосервис на отшибе за городом находится. СТОшка прям такая типичная. Только вот... Ага, что-то лежит. Только вот обслуживающего персонажа пока не видно. Ботинки. Блин, ну они тоже в угашенном состоянии, но возьмем. Что делать-то? Блин, почему они в таком херовом состоянии? Такие хорошие ботинки в таком херовом состоянии, а? Жесть. Так, пусто. Нет.
Это же патроны на мелкашку. 29 штук. Отлично. Отлично. Так, раньше с мелкашки зомбари убивались с двух выстрелов. Это значит, у нас тут с вами порядка 14 зомбарей можно убить. Офигеть. Плюс тут встроенный глушитель. Это вообще просто подарок богов. Мы с вами можем издалека порастрелять зомбарей так, чтобы нас люди не услышали. Зомбари-то один хер сбегутся на выстрел с глушителя. Но у нас пока теперь есть 29 патронов. Если мы в каком-нибудь здании запремся, сможем их спокойно перестрелять. Самое главное, что игроки издалека нас не услышат. Джинсы пустые, жалко, блин. Игроки издалека нас не услышат. Что-то как-то здесь безлюдно, если честно. Я думал, здесь будут зомбари толпами ходить, а здесь никого нет. Так, вот, тетя ходит. Давайте пока что тетю обойдем. В открытом поле я стрелять не хочу, потому что у меня есть шанс промазать. Рука там в конце дернется, я не доведу ствол, и все, пипец. Надо будет бегом бегать, перезаряжаться. А мы этого сейчас делать не будем. Мы сейчас забежим в здание вот тут слева, которое находится. И через окошко спокойно с этой тетей договоримся обо всем. Мы даже дверь потихоньку закроем, хотя тетя нас уже услышала. Давай, давай, давай. Так, отлично. Тетя, подходи к раздаче свинца. Идем, идем, идем. Так, стой. О, нихера себе. Они что, с одной пульки стали ложиться? О-о-о, вот это кайф. Тогда у нас с вами 29 потенциально дохлых зомбарей. О-о-о, баллистический жилет. А, вот это кайф, вот это круто. Так, кобуру можно положить, но я пока немножечко очкую, потому что раньше был баг, что пистолеты в кобуре при релоге пропадали. Поэтому мы сейчас пока что этим заниматься не будем. Так. Ох ты, нихера себе, шлем хороший. Офигеть, вот это круто. Баллистический жилет, шлем. Правда, баллистический жилет в очень хреновом состоянии, но все равно это... Так, магазин на МП-5. Хорошо, у нас как раз есть 9 на 19 патроны. Жалко, МП-5 самого нету. Но это было бы уже совсем имбово. И жилет, и каску. Слушайте, зомбарей, правда, как-то маловато. И жилет, и каска, и... Магазин с патронами. Хорошо, да в этом здании мы нашли больше, чем в предыдущей деревне. Жесть. Так, тетю, стрелы есть? Стрелы нет. Обыскивать я ее не буду, потому что у меня нет никакой защиты морды. Я могу подхватить интоксикацию, могу обливаться. Кому это надо? Кому охота на это смотреть? Так, футболку можно порвать на тряпки. Ее пока что давайте с собой прихватим. Потом как-нибудь за кадром я уже порву. Ну и осталось у нас тут два гаражика, в которых что-то как-то маловато лута, к сожалению. Ну да ладно. Мы уже нормально с вами нашли. Ой-ой-ой, это же излом. Твою мать, твою мать, твою мать. По тапкам, по тапкам. Мало зомбарей, говорил, мало зомбарей. Вот тебе и наговорил. Так, вот в этот сарайчик. Он вроде за нами не бежит, да? Хорошо. В сарайчик вот в этот я не заглядывал. Может тут что-нибудь есть? Нет, хрен там. Чё он нас не увидел-то, как это интересно? А, нет, он нас увидел. Так, 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 ну-ка отходим. Может быть, он нас дальше не учует? Ладно, все, автосервис мы, наверное, закончили лутать. Все, 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 дядя, до свидания, оставайся. Автосервис твой, я понял, ты сторож. Больше ничего не возьму. Честное слово. Так я что думаю? Новодмитровск-то город большой, и ему можно будет прям посвятить целиком всю следующую серию. А на сегодня давайте мы, наверное, будем с вами уже заканчивать. Сейчас где-нибудь елочку спрячемся. Только вот за курочкой я, наверное, схожу. Да, давайте, наверное, сходим за курочкой. Потом уже будем отправляться на боковую, потому что курица это не только ценный мех, но и перья, и мясо, и кости. Вот. Все это дело нам пригодится. Как только мы с вами найдем нож и арбалет, у нас стрел уже с вами будет просто пипец. Будем с вами снова играть в Леголаса. Стой! Отлично. Все, забираем курицу и уходим. В следующей серии мы с вами уже отправимся в Новодмитровск, полностью его осматривать, залутывать, собирать, смотреть, что мы здесь можем найти. А сейчас Димка пойдет на боковую, найдет какую-нибудь пышную елочку с хорошим уклончиком, чтобы там было удобно лежать.
достанет свое ружьишко с одним патроном, ну и будет спокойненько себе дремать. Да уж, серия получилась насыщенная. Пару раз чуть не сдохли, но все хорошо, что хорошо кончается. Ну что, с вами был Рэптор, спасибо, что вы были со мной, спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, скоро увидимся. Всем пока.